Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original, ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, sigan estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos, elijan el idioma. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. ¡Que disfruten del cine ruso! Саша, давай, а то опоздаешь. Твоя Лиза уже звонила, просила напомнить. А сколько времени? Без 15. Ой, мама. Саша, завтра готов. Саш, тебе сколько сахара класть? Саша! Мам, я есть не буду. Опаздываю очень. Ну как так? Я не голодный. Ну, Саш, ну это свинство. Все, мам, пока. Ты желудок испортишь. Где он, а? Потому что вообще решил не приходить на консультацию. Ну, тогда я точно не сдам. Да не, ну не мог Сашка так со мной поступить. О, явился, не запылился. Здрасте. Вот, здесь Серёжа. Ты почти опоздал. Прости. Эй, голубочки, поторапливаемся. Неохота Марченко здесь перед гостями. Да. Перед тем, как мы встретимся на экзамене, я хотел бы сказать несколько слов о том, как он будет проходить. Я буду запускать в аудиторию по 3 человека, которые будут брать билеты, готовиться и по очереди сдавать. Если есть смельчаки, которые готовы сдавать без подготовки, милости прошу. Я очень не люблю студентов, которые на экзамене пользуются шпаргалками. Таких буду выгонять сразу и отправлять в деканат. Пускай там решают, кому вы потом будете сдавать мой предмет. И главное, госэкзамен, по сути, такой же экзамен, как все остальные. Кстати, Елизавета, вы обещали принести конспекты моих лекций. Я принесла. Ну что ж, хорошо. Я очень рад, что вы действительно записывали. Если ко мне вопросов больше нет, можете идти. Увидимся на экзамене. До свидания. Михаил Константинович, ну как вам моя группа? До свидания. До свидания. Как вы думаете, сдадут? Думаю, сдадут. Ну вот и хорошо. Кстати, а Краснова ты мне чужую тетрадку показала. Почеркни ее. Михаил Константинович, но ведь это же госэкзамены, вы понимаете? Может быть, вы не будете так, ну, очень строго спрашивать, а? Да чего такая грустная? Гляди веселей. Я не сдам гражданку. Марченко ко мне придирается. А ты надень кофточку с декольте. Да глазками в него постреляй. А что, говорят, ему это нравится. Ага.
Сам постреляй. Ну, Сань, у меня декольте нет. Мы посидим с тобой, поготовимся. Все ты прекрасно сдашь. Да не, я вообще поняла, что юриспруденция – это не мое. Ого! Подожди, ты сейчас поняла? Перед госами? Ой, ты подумаешь, мы же вообще не работаем по профессии. Кто-то с полкурса не собирается быть юристами. Так, девочки, хватит молоть чепуху. У меня вообще к тебе предложение. Дадим экзамен и рванем в Венецию. Так, больше двух говорят вслух. Ты же серьезно? Конечно, дадим экзамен, купим билеты и поедем. Сашка! Ура, 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 Венеция, Венеция! Венеция? О-о-о. Красного, смотри, не сдыши жаркого, а то не будет ты ни Венеции, ни экзамен не сдашь. А не надо завидовать. Скажи, ты меня любишь? Да. Не, ну сейчас скажи, а что вообще слышишь? Сашка, ты чего? Люди! Я люблю Лизу Краснову! Борька! Борька! А ну-ка давай, 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 А ты долго в Швейцарии пробудешь? Полонский сказал, дня 2-3, пока контракт подпишем, пока туда-сюда. Да. Но в субботу ничего не планирую. Я пригласил его к нам в гости. Ну, здрасте. Ну, почему домой, а? Слушай, может быть, лучше в ресторане посидеть? Ну, не лучше, не лучше. Я пригласил его с женой и сыном. Посидим в домашней обстановке, поболтаем. Да, Лизе скажи, чтобы дома тоже была. Лизе? Так, что ты там задумал? Надо же решать судьбу нашей дурехи. А сумму Полонскому 25 лет. Такие женихи на дороге не валяются. Геночка, я понимаю, что Полонский – это уровень, да, но у нашей девочки есть молодой человек из прекрасной профессорской семьи. А вот по моим сведениям, отец у Лизиного парня недавно умер. Вот так. Пожалуйста, ну сделки я прошу, ладно? А еду мы закажем в ресторане, если тебе готовить неохота. М? Какая ты у нас замечательная. Лиза, тебя Таня Лебедева. Угу. Возьмешь? Алло. Да, Танюшка, привет. Да ты что? О, боже, он меня теперь точно завалит. Ладно, спасибо, я поняла. Лиз, неприятности? А? Мам, а ты можешь мне помочь больничный сделать, а? Ну, может, объяснишь, что произошло? Да этот экзамен! Так. У нас в субботу будут Полонские в гостях, и папа просил тебя на этот день ничего не планировать, хорошо? А я-то ему зачем нужна? Это же политес. Не хочу я. И вот это твое «не хочу» не имеет абсолютно никакого значения. Сделаешь так, как сказал папа, и все! Мам, я пришел. Саш, привет! Я у папы в кабинете. Мамуль, спасибо тебе. За что? Ну так, за все. Пожалуйста, сын. Саш, мне надо закончить перевод. Пойди, а там разогрей себе что-нибудь на кухне. Да-да, конечно. Слушай, мам, а как ты смотришь на то, если мы с Лизкой после госов в Италию махнем? Ну, вообще-то, я ничего не имею против. Но только боюсь, я тебе не смогу помочь деньгами сильно. Мам, не надо помогать. Я сам все заработаю. Спасибо тебе, мамуль. Я тебя очень люблю. А я тебе. А вот это, Леонид Яковлевич, вы точно еще не пробовали. Не пробовал, но очень даже попробую. Спасибо, спасибо. Так, кусочек вам, пожалуйста. Геннадий Петрович, тебе крупно повезло. Спасибо. Если бы моя Белла так умела готовить, о, все, открыл бы свой ресторан. Юмориста.
мысль набег. Свой ресторан – это очень даже неплохо, да, Люба? Да, да, как скажешь, дорогой. Муж сказал, жена сделала. О, слыхала? Слыхала. Золотые слова. За это выпьем. Поддерживаю. За прекрасный вечер. Геннадий Петрович, давай, делись, рассказывай, как ты такого уважения в семье добился. Повезло. Барышня, ну а вы почему все время молчите? Рассказали бы нам что-нибудь? А что рассказывать? Какие у вас жизненные планы? После института определились, чем будете заниматься? Ну, скажи, что хочешь найти приличную работу, выйти замуж. Ну, Любовь Григорьевна, не подсказывайте. Лёнь, ну что ты девушку в краску вогнал? Ну, а все, отстал. Не возражайте, Дядич, если Лиза покажет Игорю мою коллекцию минералов. Там есть очень интересное. Лиза, дочка, покажи. Игорь Леонидович, не желаете ли посмотреть папину коллекцию минералов? Желает очень. Идите действительно, посмотрите. А мы пока за ваше здоровье по рюмочке. А пирожки? А? Вы присядьте, что же вы все время на ногах-то? За молодых. Да. Вот ваш фронт работ, разгружаем на склад. Вопрос есть? А перчатки дадите? Дам! А еще дам фрак, тросточку и цилиндр. Ты что, первый раз? Ага. Нету перчаток. Самому надо было позаботиться. Так, все, давайте, начинайте. Ты тоже не стой. Давай. Зануда мой папаша, правда? Угу. Скажу тебе по секрету, твой отец с моим уже давно договорились, что после института ты будешь работать у нас в фирме. Только от... Ну, я безумно польщена. Да брось, на самом деле очень многие хотели работать у нас в фирме. Серьезно? Ну, это что за камни? Так это папины минералы. О, круто. Слушай, а может быть пойдем прогуляемся? Я заодно покурю. А то я так понял, что у вас дома никто не курит. Ну, пойдем. Я у отца в фирме после института уже 3 года работаю. Так что не бойся, первое время помогу, чем смогу. Да я не боюсь. Вот и правильно. Слушай, а раз уж там за меня все равно все решено, можно как-нибудь так сделать, чтобы я на работу вышла хотя бы через пару месяцев, а? Да не вопрос, я поговорю с отцом. А что, решила поехать куда-нибудь отдохнуть? Ну да, в Венецию с подружкой. Венеция – это круто. А знаешь, для чего сегодняшние посиделки? Родители выбирают мне невесту. Да я уж догадалась. Только знаешь, я для этой роли не гожусь. Да мне тоже это… Во! Да нет, я не в том плане, что ты не симпатичная. Ты красивая. Просто в мои планы не входило в ближайшее время жениться. Ой, вообще-то в мои тоже. Слушай, а давай сделаем вид, что мы понравились друг другу. Зачем? Чтобы родители от меня отстали. Пусть думают, что мы с тобой жених и невеста. А на самом деле, ну, игра такая, понимаешь? Ну, понимаю. Только дальше-то что? Ну, дальше что-нибудь придумаем. Ну что, студент, сомлел? Ну, посиди, отдохни. А то с непривычки надорвешься. Спинку не сорвал? Да, кажется, есть немного. Завтра, небось, сюда не придешь. Не, приду. Деньги нужны. Деньги всем нужны. Только своим горбом здесь много не заработаешь. Это точно. Ты давай подумай, как головой заработать.
Ты ж студент, в институт хочешь ее. Ему достаточно. О, так. Ну, где у нас молодые? А действительно, где? Да вот они, наши молодые. Лиза, а где же вы были столько времени? Пап, да мы гуляли. Гуляли? Ничего, ничего, погуляли, молодцы. Ну, нам пора. На пассажок. А где же наш Саша с хлебом? До булочной два шага, он 20 минут где-то бегает. Нина Сергеевна, а где вилки? Он там есть. Лиза, у вас Саша это серьезно? Да, почему вы спрашиваете? Ну, потому что он тебя любит. Я это вижу. И я тоже. Саша очень похож на своего отца. Такой же однолюб. Что это значит? Ну, это значит, что ты могла бы быть с ним счастлива всю жизнь, как я была с его отцом. Сергей, не надо. Да нет, ничего, это я так расслабилась секунду. Только ты не предавай, ладно? Никогда не предавай. Наш хлебный на ремонте, пришлось другой бегать. А вы чего такие? Плакали, что ли? Нет, да никто не плакал. Давай, иди, мой руки и садись за стол. Точно. И вот так на поезде мы с тобой доедем до Венеции. Не сыграем, паспорта нет. Да? Ну ничего, время еще есть, успеем сделать. А из Венеции мы с тобой можем поехать, например, в Верону или в Рим, в Колизей. А у нас есть деньги на поездку? Будут. А ты откуда знал, что я про Венецию мечтала? Так ты же мне транслировала свои мысли. Вот так вот. Поцелуй меня. Саш, ну иди. Сейчас. Ну что? Оторваться от тебя невозможно. Глаза у тебя такие красивые. Ну, обычные глаза. Нет, самые красивые. Саш, у меня там мама уже бесит, что меня так долго нет. Сейчас пойдешь. Тебе от мамы попадет. Ну и пускай. Ну, где ты ходишь? Ну, прости, мам. Я уже волноваться начала. Я вообще удивляюсь, как вам удалось написать такие замечательные курсовые работы. А может, вы не сами их писали? Мы сами. Здравствуйте, Михаил Константинович. Нина Сергеевна, проходите. Очень рад. По тройку хватит за ваши шедевры? Мне хватит. Мне четверотка нужна. А может, двоечка? Нет, двойка – это совсем мало. Тогда по тройку и свободны. Мы согласны. Мы согласны. Еще бы. Все, кыш. Троечники? Хуже. Нацкадры. Как они будут работать, я не знаю. Ну, как-нибудь. Давно не была за партой? Миш, я по делу. А вот это плохо.
Лучше бы ты просто так пришла. Ну, рассказывай. Ты не можешь мне дать денег взаймы? Что, совсем все плохо? Нина, я уже говорил тебе. И скажу еще. Достаточно одного твоего слова. Я знаю, знаю, знаю. Твой Георгий был для тебя всем. Но ты же не можешь всю жизнь вот так прожить одна. Я не одна, у меня есть Саша. Ну, Саша, да, я понимаю, но... Я люблю тебя. Я давно уже тебя люблю. С того самого дня, когда впервые увидел тебя. Я всю жизнь завидовал Гошке. Ну, не как ученому. Как твоему мужу. Этот разговор сейчас не к месту, Миш. Хорошо. А сколько тебе нужно денег? Я дам. Любовь, Любовь, вы не волнуйтесь, я ненадолго. Сашка! Мам, недолго, пожалуйста. Да я все знаю. Сашка как раз пришел мне к экзамену помочь готовиться. У него свой метод. Лиза, я сказала недолго. Свой метод? Это какой же? Вот такой. Нравится? Очень. Таким образом, в число наследников в первую очередь входят дети, супруг, супруга. Ну, кто еще? Я не помню. Помнишь? А ты придумал, где взять деньги на поездку, а? Нет, не придумал. Вот только что мне заниматься. Наследники, в первую очередь, это... Придумал. Прости. Сейчас. Сань, ты куда? Так, учи. Вечером увидимся. Вы ненормальные, а? Лиз. Скажи, пожалуйста, Саше, чтобы он до экзаменов больше тебя не беспокоил, хорошо? Мам! Ну я же вижу, как вы тут занимаетесь. Ну, мам! Лиза, все! Мне в подарок. Очень рекомендую. Редкое репринтное издание. К тому же в прекрасном состоянии, обратите внимание. Цена могла быть гораздо больше. Здравствуйте. Приветствую вас, юноша. Чего изволите? Я... книжки хотел продать. Продать книжки можно через два дома. Там их принимают на вес в макулатуру. Да нет, такие книжки в макулатуру нельзя. Ну ладно. Хотя, впрочем, показывайте ваши раритеты. Но учтите, что собрание Ульянова Ленина меня не интересует. Вы где их украли, молодой человек? Чай горячий. И как ты любишь? Угу. Мам, пап, а как вы смотрите на то, чтобы я после экзаменов поехала в Венецию, а? О, как! Ну, пап, ну мы с Сашей Жарковым уже давно решили поехать. А, мам, ну вы же не против? Ну, мы с папой... Я думаю, ничего не получится. Как это? Ну почему?
Потому что... Мы с Сашей уже все решили. Он уже даже деньги на билеты собирает. Так что... Так что я сказал нет и точка, ясно? И пока ты живешь в моем доме, я буду решать, куда, когда и с кем ты поедешь. Ну, мам! Где у нас волокардин? Ой. Там в аптечке лежит. Ну, что тут у нас еще? Вот. Так, прекрасно. Просто не может быть. Ну, что, мы точно их нигде не украли? Точно. Это из библиотеки отца. Большая библиотека. Сколько вы можете заплатить? Сколько? Сколько я вам могу заплатить? Привет. Привет. А... Ты где ходишь-то? Два часа тебя жду. Ждешь? А зачем? Я то еще хотел сказать, почему? Почему, почему? Потому что я ушла из дома, вот почему. И все из-за тебя. Из-за меня? Ну так и будем здесь стоять, нет? Можешь мне пойти к Тане Лебедевой переночевать? Да нет, нет, стой, конечно, пойдем. А что, разве мам дома нет? Жарков, у нас что, вечер дурацких вопросов? Что бы я тут стояла тогда? Ага, дурацких вопросов. Ну, пойдем. Я просто... Ну, Тани ее тоже нет. Ну, придет, я ей всыплю. Не посмотрю, что тылдой выросла. Может, мы действительно перегибаем палку, а? У тебя есть телефон этого? Ну, как его? Саша. Саша, Саша, вот и звони ему. Наверняка к нему рванула. По моим расчетам должно хватить. Ой, я бы хоть завтра уехала. Так все надоели, особенно мои родители. Алло? Алло, Саша. Это Любовь Григорьевна. Мама Лизы. У тебя, Лиза? Да, да, Любовь Григорьевна, она у меня. Передай, пожалуйста, трубочку. Ну тогда скажи ей, чтобы она немедленно ехала домой. Я не пойду. Не пойду, я там скажи, что я не пойду. Скажи. Любовь Григорьевна, она сказала, что не поедет. Ну тогда передай ей, что мы с папой сейчас сами приедем. И вот пусть она подумает, лучше скандал или вернуться домой. Сказали, что сами сейчас приедут. Алло. Дама? Хорошо, сейчас приеду. Но это не значит, что вы победили, понятно? Ну что? Едет. 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 Саша, Саша. Не надо было брать трубку. Привет. Я за тобой. Хочу показать тебе твое будущее место работы. Поехали. Зачем? Ну как, просто. Тебе что, не интересно? Я просто своим родителям сказал, что поехал к тебе. Ну, понимаешь? Ой, Игоречек приехал. Здрасте. Здравствуй, дорогой. А что ты в прихожей стоишь? Лизонька, это нехорошо держать гостя в дверях. Любовь Григорьевна, я на минутку хочу Лизе показать наш офис. Я же к экзаменам готовлюсь, мам. А я считаю, что ничего страшного, если ты съездишь с Игорем. Вот. Да, тем более тебе нужен перерыв. Ну, давай ручки. Мам, можно я хоть переобуюсь-то, ну? Переобуйся, конечно. До свидания, Игорь. До свидания. Нравится? Спасибо. Тогда продолжим экскурсию. Я покажу тебе свой кабинет. Да? Прошу! А тут у нас, проходи, офисный планктон. Рядовые сотрудники. Всем здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Знаешь, как они меня за глаза называют? Наследный принц. Давай. Так, ну, а здесь, скажем так, мое рабочее место. Вот тут у меня связь с нашими биржевыми агентами. Да, между прочим, прямая связь. Здесь графики, сводки, какие-то цифры. Короче, скука. Красиво. Ну, кстати, я поговорил со своим отцом. У тебя будет такой же кабинет. И недалеко от моего. Вот там, по коридору. Так что будем ходить друг к другу в гости, пить чай, кофе. Да, да, круто. Ну, в принципе, я тебе все здесь уже, да, показал. Есть предложение. Ты в боулинг играешь? Нет. У моего приятеля свой боулинг. Давай, поехали, я тебя научу играть. М? Давай. Оп. Ты знаешь, вообще-то у меня уже были планы на вечер. Лиза, но планы для того и существуют, чтобы их менять. Ну поехали, ну здорово ведь, а? Поехали. Ну поехали. Только мне надо позвонить. Можно? Да. Алло, это я. Привет. Привет. Слушай, мы, наверное, сегодня не сможем увидеться. Ко мне Таня Лебедева обещала прийти. Мы готовиться будем. Ну ладно, ничего. У меня тоже планы поменялись. Надо срочно билет ехать покупать. А-а-а. Увидимся завтра? Ну, да. Договорились? Договорились. Ну, целую, пока. Давай, пока. Ой. Извини. Да? Да, конечно. Я перезвоню. Что, понравились? Ну, симпатичные. Давай купим. Да не, я так просто. Так, два билета до Рима, оттуда до Венеции и забронировать номера в отеле. Да. Так? Отлично. Хорошо. Гостиница попроще, подороже. Давайте все варианты посмотрим. Все варианты. Да! Хорошо, что он не те. Не те надо сбивать, а вот эти. Вообще молодец, говорила играть английский. А поехали куда-нибудь поужинаем, а? Я знаю кучу приличных ресторанов. Слушай, ты не переигрываешь, женишок? Не надо так делать. Прости. Я больше не буду. Ну что, поедем? Нет, отвези меня домой. Хорошо. Простите. Жарко! Ты что, глаза дом забыл? Привет. Танька. Да, Танька, что удивился так? Подожди, а вы разве с Лизкой не занимаетесь сегодня? Сейчас занимаюсь. Гражданкой. Жарко, у тебя жар, чем мы с Лизкой должны заниматься? Ничем мы не занимаемся. Я, наверное, что-то перепутал. Ну, ладно. Жарко, смотри, доведет тебя твоя сумасшедшая любовь это до ручки. Спасибо тебе, Игорь. Слушай, а можно я завтра приеду? Да не стоит. Ну, ты понимаешь? Понятно. Понятно, просто я тебе не нравлюсь.
Да нет, да ты неправильно меня понял. Тогда а, что? Просто, ну, мне готовиться надо. А так ты очень хороший. Пока. Пока. Лиза! Кто это был? Саш, ты что здесь делаешь? Какая разница? Ты что, следишь за мной? Кто это был? Ты обманула меня! Я случайно встретился с Танькой Лебедевой. Пожалуйста. Только не ври мне, ладно? Это был сын отцовского начальника. Просто его и мой папочки вдруг решили, что из нас выйдет отличная семейная пара. Так, а ты что? Саш, я люблю только тебя. Он мне даже не нравится. И я ему, кстати, тоже. Просто мы с ним договорились поиграть в парочку, чтобы от нас родители отстали. Ну, правда. Прости. Прости, слышишь? Прости. А я билеты выкупил. Я очень тебя люблю. Если честно, Миша, мне очень тоскливо. Сашка скоро женится и уедет от меня. Скажи, если не секрет, зачем ты взяла деньги в долг? Он хочет отвезти свою невесту в Венецию. Кстати, ты ее знаешь, это Лиза Краснова. Странный выбор. Почему? Она тебе не нравится? Да нет. Лишь бы твоему сыну нравилась. Просто она, мне кажется, слишком легкомысленна для него. Разберутся. Пускай съездит в свою Венецию. А это будет и мой подарок на окончание института. Выходи за меня замуж. Ты кому это? Птицам? Кому-нибудь. Держись за руль крепче. Держусь. Взлетаем. Полетели. Ты знаешь. Чего? Саш, ты дурак, что ли? Люблю. А твоя мама скоро придет? Не волнуйся.
Она мне деликатная. Ты чего? Да я все думаю. Она же нам деньги на поездку дала. Я уже книги из отцовской библиотеки продал. Она заметила и расстроилась очень. Плакала. Да, жалко. А ничего. Я заработаю и все выкуплю. Ну вот, все готово. Ген, я собиралась тебе сказать, но только ты не сердись, ладно? Что у вас такое? Наша Лиза сделала заграничный паспорт и уже получила итальянскую визу. Я сама только сегодня узнала. Делай, что хочешь. Но чтобы этой поездки не было, ясно? То значит, что хочешь? Не знаю. Надо будет паспорт порви. И чтобы этого Саши в моем доме не было. Чтобы духу его не было, ясно? Лиза, к тебе гости. Кто там, Саш? Игорь Полонский. Как не вовремя. Лиза. Привет. Привет. Вот. Это что, те самые? Ну да. Просто хотел сделать тебе приятное. А еще я хочу пригласить тебя поехать со мной за город. Хорошая будет тусовка. Игорь, да какая тусовка? У меня экзамен. И только? Слушай, я позвоню отцу, у него знакомые в универе. Получишь автоматом все пятерки. Слушай, что ты все отцу, отцу? Вообще, сам что-нибудь можешь, нет? Подожди, могу. Могу взять тебя в жены. Пойдешь? Спасибо, Михаил Константинович. До свидания. Привет, Нин, это я. Я только что поставил твоей будущей снохе 5. Ну, с другими преподавателями я тоже договорился. Пусть это будет наш свадебный подарок твоему Сашке в память его отца. Я зайду сегодня? Хорошо. Ничего себе, все экзамены на 5? Лизка, ты чего на голову Сашка морочила? Я экзамен не сдам. А ну-ка рассказывай, как тебе это удалось. Не спрашивай, на сама не поверишь. Надо же, Лизка. 3 дня ему в Венеции, даже не верится. Ого, какие часики дорогие. Сашка, ты что ли купил? Да ерунда, Тань. Привет. Здрасте. 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 Как ты меня нашел? Сказали, что ты пошла в кафе. Ну что, как экзамены? Да все нормально, я сдала. Можно посмотреть? Отлично, отлично, отлично. Все. Поздравляю. По такому случаю всех приглашаю в ресторан. А потом пойдем в ночной клуб. Будем тусить всю ночь. Знаете, мы не ходим в рестораны и ночные клубы. Да, Лиз, идем? Не думал, Лиза, что тобой может кто-нибудь командовать. Хода на что. Ну ладно. Ты что, ты
с этой подружкой собиралась в Венецию. Извини. Саш, подожди. Саша! Саша! Зачем было такое уморочить? Саш, ну постой! Саша, ну я же тебе все объясняла. Это сын отцовского начальника, но он попросил меня. Попросил? Зачем ты мне врешь все время? Надо было тогда все сразу решить. Может, я мешаю тебе? А? Ты карьерку устраиваешь. Не смей со мной так разговаривать. Да ты самая настоящая дрянь. Ну и уходи. Ты что думаешь, что я буду догонять тебя, падать на колени? Уходи! Лиз, ты че? Ну ты и дура, Лизка, такой шанс пускаешь. Ненавижу его. Ты про кого? Про Наркова. А я тебе про Игорь толкую. Ты что, какой парень? Такие подарки тебе делает. Да я видела эти часики, они вообще 500 баксов стоят. Ну ты что, такой шанс два раза в жизни не выпадает? Да оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое все! Вот чумовая. Что, все еще страдаешь? Ну, напрасно. А мне только что была Матвеевна Полонская звонила и сказала, что Игорь очень переживает. Да ты хоть слышишь, Игорь переживает очень. Ну и дурой будешь. Больше мне тебе сказать нечего. Не трогай телефон! Я жду звонка. Лиз. Ты зачем ты пришел? Лиз, слушай, не уезжай, а? Лиз, я тебя люблю. Правда. По-настоящему, без всяких игр. Но я не могу тебя потерять. Если ты уедешь, больше не увидимся, понимаешь? Долбини ты, сын! Тут у меня поезд! Лиза, тебе к телефону. Кто там? Не знаю, какая-то женщина. Давай. Готова? Угу. Водитель ждет внизу, Сонечку из садика уже забрали. Я почти готова. Алло. Алло, Лизка, привет. Это Танька Лебедева. Ой, Танюшка, привет. 100 лет тебя не слышала. Как ты? Да, ну как, нормально все более-менее. Слушай, мы тут группой хотим собраться в одном ресторанчике. Ты придешь? А когда? Я просто должна сейчас отъехать на пару дней и отвезти ребенка в Швейцарию к родственникам. В эту субботу. Ну, слушай, наверное или точно? Нужно места заказывать. Скажи, а Саша Жарков будет? Нет, сказал, что его не будет, сильно занят. Но... Ну, я приду. Вот и отлично. Я тебе позвоню, уточню место и время. Лиз, я думаю, тебе не стоит ходить туда. Это почему? Потому что все эти встречи одноклассников – это только иллюзия возвращения в юность. На самом деле все давным-давно друг другу чужие люди, и ни у кого нет общих интересов. Ты так говоришь, как будто тебе самому уже лет 70.
Ну хорошо, сходи, если тебе так хочется. И ты поймешь, что я был прав. Ладно, я подумаю. Игорь Леонидович, я к вам. Вам надо посмотреть еще кое-какие договора. Геннадий Петрович, у меня куча дел. Давайте чуть позже. Ань, срочно меня соедини с Наумовым из Минэкономразвития. Хорошо, Игорь. Ну как, отправили Сонечку к родителям? Да, Лиза ее отвезла. Будет через несколько дней. Простите, а как здоровье Леонид Яковлевич? Я правда очень занят. Если есть желание, позвоните ему. Аня, 40 минут меня ни с кем не соединять. Ниночка, ужин готов. Спасибо, Миша. Только вот эту страницу закончу. Угу. Тебе не надоело заниматься этими бесконечными переводами? Нет. Ну, хорошо. И все-таки сделай перерыв, там все стоит. Кстати, не подскажешь, а как переводится на русский «I love you»? О, кто-то пришел. Странно. А это, оказывается, вот кто пришел. Ой, Саша. Здравствуй, Саша. Привет. Сашка, ужинать будешь с нами? Да нет, я ненадолго. Ну ладно, не буду вам мешать. Спасибо. Ну, давай, садись. Ну, рассказывай, как дела. А то ты мне редко стал звонить. Мам, у меня сегодня удачный день. Вот, смотри. Сейчас. Мне удалось найти последнюю книгу, которую я когда-то по глупости продал из библиотеки отца. Посмотри, там даже есть отцовский экслибрис. Ты молодец. Ну, может быть, все-таки не стоило тратить на это столько времени, сил, денег. Стоило. Для меня это был вопрос принципа. А ведь ты так и не забыл ее. О, а вот мы перед госами в аудитории. Лица у всех ужас, как перед казнью. Да, Марченко тогда так зверствовал, просто кошмар. Свирепствовал. Между прочим, он тогда в вашей группе ниже четверки никому не поставил. Ой, это потому что мы супергруппа, практически спецназ. Спецназ. Лёш, я скажу, когда за мной заехать. О, а вот Краснова, Лиска, ты почему опаздываешь? Только тебя и ждем. Привет. Ой, вы меня извините. Здрасте, я прям с самолета. Привет, здравствуйте. Привет. Ну, поскольку все в сборе, прошу к столу. К столу. Давай. Кому закуску? Салатик берем. Игорь Леонидович, тут к вам Краснов опять. Что ему надо? Не знаю, говорит по личному вопросу. Ладно, пусть зайдет. Слушаю вас, Геннадий Петрович. Присаживайтесь. Спасибо. Игорь Леонидович, я хотел бы с вами поговорить. А? Сложилась какая-то странная ситуация. Какая? Ну, я так слышал, что вы хотите назначить начальником юридического департамента только что поступившего к нам сотрудника, этого Клинского. Да, хочу. И что? Ну, я полагаю, что я столько лет проработал в нашей фирме, что мне имею право претендовать на эту должность. И потом, я все-таки вам не чужой человек. Нет. Что нет? Геннадий Петрович, я не могу вас назначить на эту должность.
Я столько лет проработал с вашим отцом, и потом... Отец отошел от дел. Фирмой руковожу я. И все. Этот вопрос закрыт. Может, мне вообще уволиться? Я вам этого не предлагал. Понятно. Извините. А ты правда почти не изменилась. Все та же первая красавица группы. Жалко, Сашка Жаков не пришел. Вот бы интересно было посмотреть на вас обоих. Да, интересно. А Сашка, кстати, стал очень крутым адвокатом. Я видела его в суде, такой красавец-мужчина вообще. А я помню, на первом курсе я Сашу Жаркова пересадила к Лизе. Да, потому что он болтал все время со своим соседом, Артемом. Ну? Да, на семинаре по уголовному праву. Да какое там уголовное право? Мы ж тогда с Сашкой наших девчонок из группы обсуждали. А потом Сашка отказался возвращаться на свое место, а они с Лизкой просидели до выпуска вместе. Я думала, вы поженитесь. Да, я тоже так думала. А вот от тебя, Артем, я не ожидала, что ты забросишь свою специальность и станешь владельцем ресторана. Ну, я всегда любил хорошо поесть, Лилия Михайловна. Ну, химериста меньше. Ну, в общем, что-то я не то сказал. Короче, понятно. Ну что, Лизка, пока? Пока. Можете подвезти, я на машине. Ой, да нет, ты что? Мне совсем недалеко пешком. Ой, отличный был вечер, спасибо. Ну да, славно посидели. Пока, дорогая. Пока. Теперь на лет через 10, да, опять встретимся? Ну, дозвони. Ну, да. Пока. Леш, ты поезжай, я сама наберусь. Я все-таки решил прийти. Я опоздал. Прогуляемся. Пойдем. Алло, Леш, ты где сейчас? А Елизавета Геннадьевна? Почему? Сама отпустила. Ну, хорошо. Так, завтра, значит, приезжай, как обычно. Я уже 100 лет не гуляла по Москве. Я тоже. Все по тюрьмам да по ссылкам. Представляешь, практически во всех тюрьмах побывал. Просто могу путеводитель написать. Ну да, ребята говорили, что ты стал модным адвокатом. Да? Угу. А почему ты все-таки не пришел на встречу? Знаешь, есть золотое правило. Никогда не возвращайся в старые компании, места, где тебе было хорошо. Ты говоришь прям как один человек. Видишь, твой муж считает так же. Вы оба ошибаетесь. Вечер был замечательный. А знаешь, почему я на самом деле не пришел? Потому что боялся тебя увидеть. А я тебя. А потом понял, что просто умру, если мы не увидимся. Саш, не надо. Лиза! Это ты?
Прости, я опоздала. Прогулялась с бывшими подружками. Ну, рассказывай. Как посидели? Да, ты знаешь, ты оказался прав. Было довольно скучно. Да, главный вопрос у всех – ну ты как? Ну, а как там? В Швейцарии, а? В Швейцарии хорошо? В Швейцарии все отлично. Твои родители передавали тебе большой привет. Ой, кстати, у меня сувенир у меня от них. Да подожди, ладно. Давай сувениры потом, я спать. Кстати, у тебя почему-то весь вечер не отвечал телефон. Странно, может, выключился? Значит, говоришь, было скучно, да? Привет. Привет. А ты чего на улице? Тебя жду. Там у нас в офисе клиент неожиданно появился, притащил дело на 100 миллионов. Да ну? Я не шучу. А чё сам не взялся? Говорит, что хочет иметь дело только с тобой. Ну пойдем посмотрим, что за деятель. Позавтракаешь со мной? Да я не хочу пока. У меня вчера был не очень приятный разговор с твоим отцом. Он требовал, чтобы я его назначил начальником нового департамента. Требовал? Ну, просил, какая разница? Короче, если он будет с тобой на эту тему общаться... Да я поняла. Это совершенно не мое дело. Просто с тех пор, как парализовала маму, ему непросто. Слушай, он получает достаточно высокую зарплату, чтобы нанять сиделку. И вообще, с моим отцом у них были какие-то свои отношения. Со мной другие. Но не люблю я работать с родственниками. Да, с каких-то пор. Дерзишь. Я хочу вам сдать одну фирму. В каком смысле сдать? Ну, в самом прямом. Это компания одного очень известного предпринимателя, Игоря Полонского. Ого! Я сам в конце 90-х создавал эту фирму. Вместе с Леонидом Яковлевичем Полонским, а теперь ее возглавляет его сын Игорь. Вначале фирма торговала компьютерной техникой, стройматериалами, а потом Полонскому удалось за очень большую взятку получить участок земли в городе для застройки. В общем, половина контрактов этой компании имеет, ну, скажем так, уголовный душок. Я это знаю, поскольку сам вел все эти договора. А главное, я знаю все номера его офшорных счетов. Имею копии всех учредительных документов. Игорь Леонидович, тут Краснов заявление об уходе оставил. Прошу уволить по собственному желанию. Ну и черт с ним. Вот так. Я сам создавал эту империю, а теперь меня задвигают как ненужную вещь в самый дальний угол. Ну что ж, тема интересная. Я думаю, рейдеров очень заинтересуют ваши документы. Сколько вы хотите получить? Геннадий Петрович, а мы с вами раньше нигде не встречались? У меня странное ощущение. И почему вы обратились именно ко мне? Нет, мы не встречались, Саша. Но заочно мы знакомы. Именно поэтому я к вам пришел. Ведь это я тогда не пустил свою дочь Лизу с вами в Италию. Вот теперь я понимаю, как я очень сильно ошибался. Привет, это я. Я не могу говорить. Да. Хорошо, я быстро. Я просто хочу тебя еще раз увидеть. Извините, через полчаса. Хорошо. Извините. Итак, я хочу загладить свою ошибку и передать вам вашего врага со всеми, так сказать, потрохами.
Ну что ж, я думаю, что мы сумеем грамотно распорядиться этим бумагом. Погоди, Олег. Геннадий Петрович, я боюсь, что вы обратились не по адресу. Как это понимать? Вы ошиблись тогда и ошибаетесь сейчас. Во-первых, Игорь Полонский мне не враг. Во-вторых, Лиза, она сама сделала этот выбор 10 лет назад. В противном случае мы были бы с вами родственниками. Ну и, наконец, это дело дурно пахнет. Жаль. Очень жаль. Пап, значит, Шиманский нам подписал кредит. Хорошо. Да, скоро обещал первый транш. Ладно. Какие еще новости? Да так вроде больше ничего. Ну, Краснов сегодня уволился. Почему? Я не назначил его начальником нового департамента. Я Борьку Калинского поставил. Это очень плохо. Что плохо? Что Калинского назначил? Что Краснов уволился, дурья твоя башка. Я послезавтра приеду. Васькин переулок подбросите. Это вы? Садитесь, Геннадий Петрович. Дамчу с ветерком. Заодно и поговорим вот об этом. Я скучал по тебе. Что же мы наделали, Сашка? Почему ты нам звонил? Я звонил. Знаешь, я ведь так никуда и не уехал. Не смог, Аня. Почему ты не пришел? Я подумал, что ты сделала свой выбор. И не в мою пользу. Потом хотел доказать тебе и твоим родителям, что вы ошиблись. А зачем? Мне казалось это важным. Аня, вызови ко мне начальника службы охраны. Еще, Геннадий Петрович, о нашем разговоре лучше никому не знать. А как же ваш компаньон? Ну, со своим компаньоном я сам разберусь. А мы, я считаю, договорились.
10% от суммы, которую нам удастся заполучить. 10%? Не маловато? В самый раз. Все процедуры я беру на себя, так что... Ну хорошо, 10 так 10. Считайте, что мы договорились. Вызывали, Игорь Леонидович? Мне нужно, чтобы ты последил за Красновым. Это который работал в юридическом департаменте? Да. Понял, Игорь Леонидович. Совсем близко и совсем не изменился. Какая-то комната. Как будто все как прежде. Но. Никаких «но». Что дальше? Не знаю. Смотрим. Теперь все будет хорошо. Не бойся. Ну давай теперь я стала бояться. Чего? Много. А потом мы уедем. Далеко-далеко. И будем жить в домике у моря. Ты хочешь к морю? Жаль, только Сонечку видеть не придется. Да ничего. Полонский еще очень пожалеет, что выгнал меня. Я ему не какой-нибудь пес бездомный, чтобы меня так пинать. А Лиза... Лиза... Ломоть уже отрезанный. Богатство. Скружил ей голову. Ну, ничего, ничего. Ты не замерзла? Может быть, домой поедем? Ну, хорошо. Давай еще немножко погуляем. Привет. Привет. Снова пьешь виски? Не боишься стать алкоголиком? А-а. Ты где была? Что значит где? Я прошлась по магазинам, потом прогулялась. У тебя кто-то есть? В каком смысле? В прямом. У тебя кто-то есть? Слушай, не мели чепухи. Если ты мне изменишь, я тебя убью. Что? Если ты мне изменишь, я тебя прибью. Игорь, пусти, мне больно. Ну, солнышко мое приехало. Как я соскучился. Ну что, сначала домой?
Сначала в офис. Надо будет кое-какие меры безопасности предпринять. Зря ты Краснова обидел. Он очень много знает. Даже слишком много. Я распорядился, чтобы наши ребята за ним проследили. Привет. Ну что у тебя случилось? Саша, увези меня отсюда. В Венецию? Куда угодно. Не могу больше здесь. Что случилось? Ты думаешь, Игорь идиот? Он все чувствует, он обо всем догадывается. Саш, я устала. Я не знаю, что ему еще сказать, что придумать. Так не может больше продолжаться. Я хочу уйти от него. И? Прийти ко мне? Да. Сейчас. Надо подумать. Саш, я не шучу. Я тоже. Просто... Да нет. Но это... Послушай. Это... очень серьезно. Понимаешь? Я понимаю. Ладно, я поняла. Постой! Постой! А ты? Ты сама. Не передумаешь? Нет, не передумаю. Хорошо. Я увезу тебя. Слышишь? Увезу. В 10 часов утра Краснов встречался с неким Олегом Шиловым. Я проследил за ним. Шилов работает адвокатом в адвокатском бюро «Жарков, Шилов и партнеры». Как? «Жарков, Шилов и партнеры», а что? Чего? Продолжай. Краснов передал какие-то бумаги Шилову. После чего Шилов поехал к себе в контору и имел продолжительную беседу со своим компаньоном Жарковым. А Краснов отправился домой. Я там оставил надежного человека. Продать нас хочет гадина. Твой гонор нам... похоже, дорого обойдется, сынок. Дальше мы проследили компаньона Шилова, Жаркова. И вот что мы увидели. Вы, конечно, извините, Игорь Леонидович. Я так и знал. Она изменяет тебе, да? Это ее первая любовь. Они учились вместе. Ладно, про любовь потом. Сейчас нужно срочно спасать бизнес.
Сонечка. Сонечка, ты как здесь оказалась? Ты с кем приехала? Я по тебе соскучилась. А Сонечка приехала с дедушкой. Леонид Яковлевич, а что случилось? Да вот, Белла Матвеевна отправила меня с инспекторской проверкой. Езжай, говорит, погляди, как там наши молодые поживают. Да хорошо поживают, а что? Да я шучу. Просто неожиданные дела возникли, вот и приехал. А Сонечка со мной напросилась, говорит, по-моему, соскучилась. Ну ладно, раздевайся и иди на кухню. Будешь помогать мне ужин готовить. Прохладно становится. Может, мы все-таки домой поедем, а? Геннадий Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Чем обязан? Геннадий Петрович, мне прислали к вам сделать одно предложение. Вы отдаете все бумаги, а я вам передаю некоторую сумму денег, отступные, так сказать. Бумаги? Какие бумаги? Бросьте, Геннадий Петрович. У вас вон жена инвалид. Но кто о ней позаботится, если с вами вдруг что-то случится? Где документы, старая сволочь, а то я тебя грохну прямо здесь. Тише, тише. Я все отдам. Мам, я собираюсь уехать. На месяц, может, на два. Куда? В Венецию. С Лизой. С Лизой? Ты это серьезно? А как же ее муж? Семья? Она уходит от мужа. Ну, а дочь мы заберем потом. Саша, послушай меня. Спокойно. Не делай этого. То, что вы задумали с Лизой, это очень плохо. Мам, послушай. Нет, это ты меня послушай. Я понимаю, что ты уже взрослый. Но сейчас в тебе говорит мальчик, которого обидели много лет тому назад. И который хочет взять у судьбы реванш. Это невозможно. Это вопрос уже решенный. Я просто хотел поставить тебя в известность. Я очень боюсь за тебя. Однажды Лиза уже сделала тебе очень больно. Почему ты думаешь, что сейчас все будет по-другому? Мама! Прости, ладно? Значит, родительского благословения мне не видать. Хорошо. Ну, и когда ты собралась это сделать? Что сделать? Уйти от моего сына. Не понимаю. Я все про тебя знаю, и про твоего отца, и про Александра Жаркова знаю. Откуда? Присядь, пожалуйста. Присядь, присядь. Кто это организовал? Твой адвокатишка. Это он уговорил Геннадия Петровича украсть у меня документы, да? Какие документы, я не понимаю. Играть в эти игры, Лиза. Твой Саша, адвокат, организовал попытку рейдерского захвата нашей фирмы. Нет, возможно, тебя он использовал вслепую, чтобы отомстить. Ты же когда-то сильно обидела его, так? Это неправда. Правда. Вещи собираешь?
поездку собрался. Зачем пришел? Поговорить. А ты что думал? Я тебе дам все разрушить и вот так спокойно уйти. А было что рушить? Ты же сам виноват. Никогда ее не любил. Ты-то откуда знаешь? У нас в семье. Лиза моя жена. У нас дочь растет. У нас вообще все было нормально, пока ты не появился. Ты откуда вылез-то, а? Из какой помойки? Ты живешь не своей, а нашей с Лизой жизнью. Ей плохо с тобой. Плохо. Да, Саша. Что ж ты только сейчас-то спохватился, а? А не тогда, не 10 лет назад, а? Молчишь? Чего ты вообще взял, что ты лучше меня? Что ты ее сможешь осчастливить? Я хочу все исправить. Я исправлю. Это просто ошибка. Случайность. Все. Извини. Дело даже не в том, что когда-то ты предала одного мужчину и сейчас собираешься предать другого. Ты собираешься разрушить то, что выстроено не тобой. Разрушить и здесь, и там. Ты не способна ничего построить сама. А чтобы это мочь, нужно либо страстно любить, либо страстно ненавидеть. Ты способна так любить, Лиза. Мамочка, у тебя телефон звонит. Я бы не советовал тебе отвечать на этот звонок, Лиза. Мамочка, почему ты плачешь? Тебе все отвечает. Сейчас попробуем следующий. Как думаешь, за что его грохнули? Модный адвокат. У них гонорары, знаешь, какие? Небось, взял бабло. Не отработал. Тут у него на столе два билета до Венеции. Красиво живут адвокаты. Да, и красиво умирают. Только зря. Шилов, войдите. Присядьте пока.